Климатические сюрпризы закончились. Уральские метеорологи поделились долгосрочными прогнозами. После мартовского похолодания и снегопадов в апреле в Свердловской области придет самая настоящая весна с ручьями и капелью. Думаем, что вот уже в первой пятидневке, особенно после 2, 3, 4 числа, температура может быть достаточно теплой. И уже таяние снега пойдет интенсивно. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, предварительному прогнозу на вегетационный период, вот в апреле температура будет превышать норму на 1 градус, может быть на 1,5, и осадка будет меньше нормы. По прогнозам синоптиков, на протяжении всей весны небо над Свердловской областью будет ясным, дни солнечными, без больших перепадов температуры, дождей и снегопадов. Ожидается, что водоемы и реки региона начнут освобождаться от льда уже после 10 апреля, причем без сильных паводков. В мае температура воздуха установится на уровне климатической нормы, поэтому в последний месяц весны на улице будет несколько прохладнее, чем в прошлом году, когда майские температуры достигали плюс 30 градусов. Не ожидается сильные жары метеорологи и в первые два летних месяца.